Я не знаю кого. Лучше. Девушка, скажите пару слов по поводу показа, как он вам? Он очень интересный, понравился, новшество, модернизм. Полоска будет актуальна этим летом. Спасибо. Актуальна полоска этим летом. В тренде от Ивановой. Давай дальше, спрашивай. Надо, теперь надо нам модника какого-нибудь. И там в занавес завершения выходит там Алиса. Мне кажется, на самом деле, что она уже вышла. Мы пишем еще? Мы пишем отлично. Девушка, у вас такая интересная косичка. Скажите, пожалуйста, как вам показ? Носибельный. Носибельный. Я думаю, мне понравилось. Можно все носить. И я думаю, она все это продаст. А мы ищем Алису. О, пошли. Беда-беда. Как вам показ? А я сидела на втором месте. Ой, тут и на втором ряду. В общем, я наконец все разглядела, посмотрела. И супер-пупер, супер-классно. Иванова молодец. Как ты считаешь, продаст она коллекцию? Я думаю, да. Это коммерчески выгодная коллекция. Простая, ну, такая для девушек, для тех, кто не любит излишне романтические образы, поэтому, думаю, просто must-have нового сезона, сезона весна-лето 2020. Последний вопросик, доступна ли она по ценам среднему обывателю? Знаешь, цен не было на них, но мне кажется, я думаю, да, вполне. Судя по народу, который сидел на показе, я думаю, вполне доступно. А раз она вполне доступна, идем смотреть ценники.